Эти два деревянных театральных кресла из фондов музея МХАТ. Их привозили в Ульяновск в музей дом-ателье архитектора Левчака на время работы выставки «Ленин в МХАТе». Говорят, на них действительно сидел Владимир Ильич Ульянов-Ленин, когда в качестве зрителя приходил в Московский художественный общедоступный театр «Современный МХАТ». Его знакомство с театром состоялось в 1900 году. Тогда он нелегально находился в Москве на пути из сибирской ссылки в Псков. Эти кресла очень неудобные. Твердые даже сиденья с низкой спинкой, короткими подлокотниками. По словам сотрудников музея, их спроектировал архитектор Федор Шехтель по заказу Станиславского. В таких креслах невозможно было развалиться и заснуть. Зрители были полностью сосредоточены на действии, которое разворачивалось на сцене.